Эффективная работа в современных экономических условиях. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси сегодня встретился с трудовым коллективом и руководством Лидагропроммаша. Разговор шел об экономическом положении предприятия, занятости работников и перспективах развития производства. Особое внимание новым рынкам сбыта, разработке бизнес-планов и повышении качества продукции. К сожалению, есть еще те предприятия, организации, которые по-прежнему считают, что их сегодня сам покупатель должен обнаружить, должен найти и должен прийти к ним и сказать: давайте я вас вот куплю технику. Так, собственно, где-то и бывает. Но сегодня в этой складывающей ситуации нам крайне важно находить новые рынки сбыта. И сегодня нужно делать все, чтобы продукцию, которую мы выпускаем, ее продавать. Пользуясь случаем, журналисты спросили у Михаила Орды, как руководителя инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты, о последних данных и по сбору с подписей. На сегодняшний день за Александра Григорьевича, за выдвижение его кандидатом в президенты Республики Беларусь, собрано более 900 тысяч подписей граждан Республики Беларусь. И по той динамике, которую мы видим, к концу недели за Александра Григорьевича будет собрано более 1 000 000 подписей. Напомню, всего Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов допустила к участию в сборе подписей 8 инициативных групп, 3 из которых уже преодолели 100-тысячный рубеж.